сейчас отношений нет, и это реально так. То есть я знаю, что, ну, все знают, многие специально, да, говорят, что вот времени нет, ау-мау, типа мы не успеваем, занятый график, главная карьера, но у нас серьезно так выходит. То есть вот реально мы, вот не скрывая, да, охота, тоже охота встречаться, да, охота. Воу-воу, охота там, не знаю, в кино сходить, охота тоже, ну, все это охота, но мы выбрали другой путь и не жалеем об этом. То есть это со временем придет, лет в 30, когда поздно будет, но мы не будем жалеть. То, что мы сейчас имеем, это для нас куда... Просто это так, объясни на примере, да, типа вот ты с девушкой встречаешься, ты должен, я как говорил раньше, типа время уделять, тупо, да, но в творчестве нужно, чтобы ты головой туда ушел, не прям головой ушел, нужно смотреть какие-то на работу, но все равно душа не позволяет, потому что это творчество, короче, ты смотришь на него трепетно, короче, вот. Короче, нужно и... отдаваться полностью, да, ты либо там, либо если там. Если ты не отдаешься здесь, типа ты по-любому будешь волноваться там, типа, за девушку, либо так, и это неохота, и работа будет так халям-балям, типа, не серьезно. Вот. И многие говорят, типа, вдруг, типа, шабутка, типа, вдохновение, может, ты берешь, типа, вдохновение можно брать не из, только не из, не от девушки, короче, не от отношений, не из-за любви, типа, покупаю я в, от жизненных ситуаций в жизни, обстоятельства, типа, моменты всякие, вот, счастливые, там, трудные, не знаю, в основном счастливые моменты, вот. Да. Нет такого источника, короче. Жизнь мне дает вдохновение. Кызма, негізі, асығатқа уақыт бөлмеймін. Не себепті, өйткені мен осындамын, сосын үйдемін, көп кейде дала шығым келмейді. Мен не күтпіс сонда дейші? Жоқ мене қыз, қандай лишний жизнь. Просто бет жүресің, тамағын жейсің, жұмысың істейсің, дайындаласың, болды. Сонымен жұмыс. Жұмыс. Сегодня, например, мы идем играть в футбол. Я жаңа сен айтқандай футбол ойнап жүр. Соңғы кездері сөз болып жүр. Және де өте қуаныштымыз күннің жылығанына, өйткені күннің жылығаны бізге неше түрлі жаңа-жаңа белестер алып келуге көмегін тигізеді.